Здравствуйте, уважаемые зрители канала «Процветок». С вами Юлия Кондратенок, кандидат сельскохозяйственных наук. И сегодня мы с вами поговорим о том, как правильно сформировать молодую грушу. Зима – это самое лучшее время для проведения обрезки. Низкие температуры способствуют тому, что болезни в это время практически не разносятся. У нас есть свободное время, деревья находятся в состоянии физиологического покоя. И мы займемся сегодня с вами формированием груши сорта Завея. Завея как сорт склонна к образованию длинных и довольно гибких побегов, которые закручиваются, загибаются. Таким образом, крона, оставленная на произвол судьбы, может сформироваться совершенно неправильно. Быть неуравновешенной, перекошенной, загущенной. Поэтому, пока деревце молодое, мы должны сразу сформировать ее в таком виде, чтобы в дальнейшем проблем у нас было как можно меньше. Вы можете видеть, что здесь деревце уже заложило первый ярус скелетных ветвей. Они расположены правильно, по разные стороны. Вот. Но в дальнейшем побег пошел в сторону. Вот деревце наклонилось и начало обрастать ветвями уже второго порядка. Чем мы можем помочь дереву в данном случае? Во-первых, мы должны восстановить ему центральный проводник, который будет максимально приближен к вертикальному. Пока груша молодая, мы должны заложить у нее как минимум 2-3 яруса скелетных ветвей, чтобы обеспечить в дальнейшем себя хорошим урожаем. Но это возможно только в том случае, если у нее на протяжении этих 2-3 ярусов будет хорошо выраженный, правильно сформированный центральный проводник. Здесь на эту роль претендует как минимум 3 побега, то есть прироста текущего года. Вот этот, этот и, наконец, вот тот самый дальний побег верхушечный. Если мы оставим его, то со временем, конечно, он будет немножко вытягивать крону, но она все равно будет наклоненная. А это угрожает обламыванием дерево, его наклонением, когда есть риск, что оно не сломается, но просто будет сильно наклоненное и потом просто ляжет. То есть этот побег мы не оставим, он слишком далеко от ствола и слишком под большим углом от него находится. Вот этот находится ближе, но тем не менее расстояние его от ствола тоже довольно значительное, практически полметра. Сопоставляя все ветки, которые вы здесь видите, оптимальным будет оставить в качестве центрального проводника вот этот побег. Побег текущего года, который уже начал ветвиться. И хотя он идет в сторону, его еще, в силу того, что он молод и довольно гибкий, его можно будет в дальнейшем при помощи растяжек подтянуть в нужную сторону и зафиксировать. Он одревеснеет, застынет в этом положении, и в дальнейшем уже на нем мы будем закладывать следующие яруса скелетных ветвей. Итак, наша задача удалить всю часть кроны над вот этим побегом. Это будет фактически обрезка с переводом. При обрезке обязательно располагаем режущее лезвие секатора к дереву, к той части, которая останется. И, естественно, стараемся не оставлять никаких пенечков. Для того, чтобы стимулировать выравнивание этого побега, мы выбираем на нем хорошо развитую почку, которая смотрит вверх. Либо вот это, либо вот это. Проснувшийся отсюда побег весной начнет расти вертикально и потихонечку сам даже начнет выравнивать ветку, превращая ее в центральный проводник. Если мы срежем на боковую, либо на нижнюю, то, соответственно, проснувшиеся здесь побеги начнут тянуть ее немножко в другую сторону или вообще вниз, что приведет к еще большему отклонению центрального проводника. А нам это не нужно. Груша, особенно в молодом возрасте, склонна к тому, чтобы давать множество побегов, которые активно растут вверх, вот, чтобы сформировать как можно более мощную, высокую крону.
Для садовода же главное, чтобы крона была пониже, чтобы было удобно за ней ухаживать, чтобы ветки были более горизонтальными. Ведь чем ближе ветка к горизонтальному положению, тем быстрее она зацветает. Поэтому вертикальные побеги, активно растущие, мы стараемся либо вырезать, если они находятся не в самом благоприятном месте, либо обрезаем с переводом на почку, растущую наружу. Таким образом, проснувшаяся из этой почки веточка будет расти в нужную сторону. Вот здесь у нас открытая часть кроны, которая должна быть заполнена ветками. Вот. И будет более правильно, оптимально использовать весь свет, который падает на дерево. Ну и формировать красивую ровную крону. Поэтому вот этот побег мы укоротим. Это, во-первых, и вот этот побег, и этот, чтобы они, если будут оставлены, не составляли конкуренцию оставленной вот этой верхушечной почки. Дело в том, что у груши каждая верхушечная почечка мечтает стать центральным проводником, ну и занять лидирующее место. А как и в жизни, проводник должен быть один и вождь. Поэтому мы их срезаем. Раз. И вот здесь вот. Два. За год груша способна дать прирост от метра до полутора-двух. Оставленные такие слишком длинные ветви в дальнейшем будут наклоняться очень близко к земле. Они не очень охотно обрастают плодовыми образованиями, если их позволить особенно расти вертикально. Вот. Наша задача, чтобы еще больше спровоцировать закладку цветковых почек, их немножко укоротить. Поскольку эта ветка сама по себе идет горизонтально и даже клонится к земле, здесь мы обрезаем ее на почку, которая растет вверх. Мы ее чуть-чуть подымем. Вот. Если мы ее обрежем вниз, она еще больше накренится. У нас не стоит задача получить плакучую грушу. У нас стоит задача получить грушу компактную, удобную и красивую. Здесь рядышком расположены две ветки, которые фактически друг друга дублируют. Вот. Идут в одном направлении, даже не две, три. Поэтому одну из этих веточек, вот эту, я все-таки удаляю. Для того, чтобы крона дерева была как можно более гармонично развита, равномерно развита во все стороны, нужно разобраться и вот с этой веткой. Здесь вы можете видеть, что она хорошо растет, она заложила множество обрастающих веток, вот, и поднялась довольно-таки высоко по сравнению с той веткой, которую мы уже обработали. Здесь идут одновременно, друг за другом, несколько обрастающих ветвей параллельно. Такой нагрузки дереву тоже не нужно. И наша задача вверх ее укоротить, но укоротить так, чтобы те побеги, которые останутся, росли в нужном для нас направлении, вот в эту сторону, которая сейчас вообще фактически пустая. Я считаю, что вот у этой веточки есть хороший потенциал, и в качестве ветви второго порядка обрастающей мы оставляем вот эту, срезая все, что выше. И немножко укорачиваем оставшиеся побеги, если они выбиваются из общей картины. Теперь наша задача — это хорошенько замазать все срезы. Все царапинки, которые случайно нанесли во время обрезки, также замазываем. Все это ворота для инфекций. А инфекциям не место в нашем саду. Обычно замазываются только те срезы на больших деревьях, диаметр которых достигает сантиметра и более. Но на молодом дереве, для которого каждая веточка имеет значение, каждая ранка имеет значение, стоит все-таки постараться и замазать как можно больше, если не практически все срезы, которые вы сделали. Итак, мы с вами обрезали молодую грушу, сформировали ее фактически заново. Сейчас у нее впереди будущий вегетационный сезон, выравнивание и формирование, закладка второго яруса ветвей. Вот, можно сказать, их зачатки. На этом у нас все. Подписывайтесь на наш канал «Процветок», смотрите наши сюжеты. До новых встреч! Процветания вам и вашему саду!